Подготовка пчел к зимовке в амшаннике. Пчеловоды, привыкшие к зимовке в условиях улицы, скажем, в Калифорнии или Техасе, имеют возможность кормить слишком легкие пчелосемьи, способные исправлять проблемы с матками, в то время как пчеловодам, которые оставляют пчел зиму в амшанниках, приходится заботиться обо всем этом заранее. У них нет возможности подкармливать слишком слабые семьи в октябре или исправлять ситуацию с матками. Ульи должны быть тяжелыми, они должны быть накормлены, численность клеща должна быть под контролем за несколько месяцев до того, как они будут завезены в зимовник. В моем хозяйстве, которое занимается перевозкой пчел на опыление, работа начинается в октябре в Северной Дакоте, как только температуры днем опускаются ниже 12 градусов. Тогда мы начинаем собирать ульи и перевозим их в Айдахо, где они будут готовиться к внесению в холодный зимовник. Подготовка включает заключительную подкормку, отбраковку слабых и мертвых семей. Это делается для того, чтобы в зимовник уходили жизнеспособные семьи. Тут у нас ульи, которые мы привезли из Северной Дакоты, они прибыли этой ночью. Мы хотим сделать быстрый осмотр, сделать последнюю обработку от клеща, отсортировать все, что не в порядке, если семьи пропали или выглядят хуже, чем при последнем осмотре в Северной Дакоте. Конкретно этих пчел мы подкармливали 4-5 раз, не уверен точно, сиропом и протеином. Лепешками. Они обрабатывались от клеща, начиная с августа. Мы сделаем обработку, отсортируем и дадим им последнюю подкормку, и они будут готовы к зиме. Сейчас плюс 15 и солнце, но в любое время может стать прохладно, у них еще есть время освоить этот последний галлон сиропа. Но в целом эти семьи уже подготовлены. Нужно лишь последний раз пройтись и проверить, удостовериться, что все в порядке. Это последняя партия ульев из Северной Дакоты, которую мы убираем на зимовку. Мы помещаем пчел в зимовник по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы убрать их с холода, а также для того, чтобы сохранить их силу, сохранить как можно больше пчел в семье. Нам нужно это для того, чтобы отвезти их в Калифорнию в это время года и использовать их на опылении садов миндаля. Для этой цели нужны как можно более сильные семьи. Сохранение большой численности пчел в ульях в это время года немного противоречит природе, но это то, что нужно производителям миндаля в Калифорнии. Им нужны крупные пчелосемьи для опыления садов, зацветающих к 1 февраля. Это первая причина, почему мы используем зимовники. Во-вторых, мы можем контролировать расход питания. Если мы храним пчел при оптимальной температуре, мы способны сокращать количество потребляемых ими кормов. Таким образом, мы экономим деньги и не даем им умереть с голода в течение зимы. Там они разделяют ульи напополам. Если они видят что-то не то, то они удаляют этот улей. Они подкармливают легкие пчелосемьи. Если корпуса не очень тяжелые, то работники дают им сироп, чтобы выровнять их шансы в последний момент. Мы обычно используем смесь, фруктозно-сахарозный сироп. Мы не видим больших проблем с ним. Обычно он не бродит в ульях, если они его не съедают. Хотя я думаю, что все будет нормально, но все равно ничего страшного не произойдет, он доедет до Калифорнии, если они его не съедят. Нужно быть внимательным, когда кормишь сахарным сиропом в пропорции 1:1. Он может в течение зимы забродить, и это может стать проблемой. Слишком разбавленный кукурузный сироп тоже может вызывать проблемы. В нашем сиропе мы также используем Honey Bee Healthy, всегда его даем при последней подкормке. Мне кажется, что он поддерживает целостность сиропа, но можно и без него. Что касается белка, то я даю им смесь Nutri-B лепешками. И если они что-то не съедают, то как только они достигают Калифорнии, они сходят с ума по этой лепешке. Сейчас почти нет расплода, уже конец сезона, но мы не видим никаких проблем, если у них остается полфунта подкормки. Когда они приезжают в Калифорнию, она еще лежит, но через 4-5 дней ее уже не будет. Они рвутся к этому белку, когда там начинается выращивание расплода. К сожалению, клещ варуа выживает и в холодном климате. Мы пытаемся бороться с ним до того, как пчелы отправляются в зимовник. Мне кажется, мы достигаем хороших результатов, насколько это возможно, с помощью тех способов, которые у нас имеются в нашем распоряжении в это время. У нас все еще имеется убыль, вызванная клещом. Я бы оценил, что большая часть убыли, которая случается в течение зимы,
происходит из-за клеща варуа или вирусов, которые он переносит пчелосемьям. С клещом мы боремся очень активно, начиная с августа. Эту последнюю партию перед заносом в зимовник мы окончательно обрабатываем щавелевой кислотой. Смысл в том, чтобы у них не было расплода. Поэтому мы ждем как можно дольше, чтобы провести такую обработку щавелевой кислотой. Она убивает клещей только на пчелах, но это последняя обработка. Мы также делаем обработку в первую неделю, когда ульи прибывают в Калифорнию. Потому что мы на самом деле не можем застать полностью безрасплодные семьи. У них совсем нет расплода, только когда они в зимовнике. А что касается назематоза, я слегка касаюсь этого вопроса. У нас были анализы с очень-очень большим количеством наземы в очень-очень хороших больших пчелосемьях. Я думаю, что мой подход к назематозу таков. Если ваши пчелы здоровы, хорошо накормлены и у них нет других проблем, кажется, что они способны сами справляться со значительным присутствием этого микроорганизма. Мы уже несколько лет, наверное, 5-6, не используем фумидил. Когда он ушел с рынка, мы как-то перестали его использовать и уже не возвращались к нему. Посмотрим, может, придет январь и все изменится. Всю замену маток мы делаем весной. Мы начинаем в апреле, продолжаем в мае и июне. И, может, захватываем июль. Но мы пытаемся вовремя заменить всех. Что касается количества рамок с расплодом, я не уверен, надо посмотреть записи. Но, наверное, 3-4 хороших рамки. Не знаю, идеально ли это или нет. Мы убираем белковую подкормку где-то в середине октября, чтобы они немного прекратили выращивание пчел и притормозили. Да и они сами притормаживают, когда становится холоднее. Это разумно делать, потому что нужно избавляться от клещей, тогда пчелы зимуют лучше. Но 1-2 дополнительных рамки с расплодом нам не помешает, чтобы оказаться там, где мы хотим к 1 февраля. Опыление миндаля – это задача не января-февраля. Это круглогодичный труд. Мы начинаем готовиться к опылению 2021 года в 2019 году. Мы готовимся к перевозке, приему на месте и ко всем необходимым приемом пчеловодства более чем за год, чтобы выполнить все это наиболее эффективно. В идеале я хочу, чтобы ульи были забиты пчелами и кормами. В идеале в гнездовом корпусе должны быть две рамки с медом и полный корпус меда сверху, то есть 12 рамок. Максимум они могут иметь 14. Это гнездовой корпус и средний магазин. Когда у них столько, я даже не знаю, мне не нужно их разбирать в Калифорнии. Намного проще, когда они полные. Если они все в порядке, то моя жизнь становится намного проще. Обычно это то, что я увижу в Калифорнии 1 февраля, когда привезу туда пчел. Нельзя сказать, что они все будут в идеальном состоянии. Пару штук будут не очень, 5-10 из такого количества мы потеряем точно. Кто знает, может, задавим матку. Но это та сила, то состояние, которое я хочу в принципе видеть на опылении миндаля. То, что вы сейчас видите здесь, будет отправлено в Калифорнию. У нас здесь 466 ульев, один полуприцеп. Мы привозим около 20 таких полуприцепов из Северной Дакоты. Это наши собственные пчелы, а храним мы всего 80 таких партий. Большинство самых слабых семей из этой партии были отбракованы уже где-то месяц назад. И что бы парни ни делали, я гарантирую, что появится парочка еще. Но это будет очень маленький процент. Мне не дает никаких преимуществ вести слабые семьи в Калифорнию и пытаться сдавать их. С другой стороны, у нас еще есть время зимой для чистки и подготовки оборудования. И еще один момент – это душевный комфорт, возникающий, когда я знаю, что все мои семьи приведены в порядок и готовы к поездке. Я убираю их и знаю, что получу за них деньги, и знаю, что у меня их хорошее количество, чтобы все получилось. У нас небольшие потери зимой, но летняя убыль может быть очень весомой. Мы агрессивно бракуем, чтобы приехать сюда, и мы обычно сравниваем, сколько мы оставили на медосбор к 1 июня, и сколько я отправил на опыление миндаля. И бывает, что потери доходят до 25%, тогда как за зиму мы потеряли от 5 до 10%. Обычно, если семьи сдаются на опыление, то они приносят мне $220. Если они не сдаются, это будет стоить мне $300. Мы смотрим на это так. В моем понимании, когда ребята закончат, я смогу сдать 95% от этих семей. Одно дело, если я буду думать, что мы можем сдать только 70%, ну, может быть, 80%. Или надеюсь, что, может быть, сдадим 90%.
но я совершенно уверен, что мы сдадим более 90% этих семей. Таким образом, я как бы могу планировать и чувствую себя спокойнее. Мы делаем на 10% больше, чтобы прикрыться и никого не уволить. Но я действительно не хочу думать, что, 60-70% нам удастся сдать, а остальные 30-40 не уверен. С остатком в 30% я ничего не заработаю. Зимовка в помещении не исправит ваших пчел. Помещение лишь позволяет сохранить их численность, чтобы я смог их туда убрать через 2-3 недели и в таком же состоянии достать. В помещении мы не можем сделать семьи еще лучше. Я использую зимовник и зимовку в помещении для поддержания пчелосемей. Я не наращиваю пчел в зимовнике, это просто место для их хранения. Я знаю, если уберу их туда, то они выйдут из помещения в том же виде. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставьте критический комментарий.